знаю, что с вами... Да ладно. Ну, у нас пару месяцев назад случай был. Из автобуса выкинули. Хлопцы царапали. Да он пришел, звон не хватает. Говорит, не знаешь, на кого наехали, на горку вызвали, наехали. Покричал, покричал, да уснул на утро, даже не вспомнил. Че ты врешь-то, а? Че ты врешь? Я искал, до сих пор ищу. Че я вру, че я вру? Кого их? Кого их? Тем пацан, ну, как бы вон ты и вылетел. Ой, гангрен. Да 8 человек их было, если хочешь знать. Зямбалы такие! Ну ты поговори, поговори. Сейчас у тебя гипнотизируют. Там мы поговорим. А вы можете стульчик принести? Светильник включите. А это который? Вон тот. Тот нет, тот нельзя. Там у нас контакт какой-то отошел. Вон у нас пылесос 4 месяца стоит раскуроченный. Мы все чинили, как починить не можем. Мы все пьем да пьем. Я не электрик. Ой, затупить ты, ой, какой электрик. Откиньтесь на спинку стула. Откиньтесь на спинку стула. Откинься, ну тебе сказано, дубина. Расслабьтесь. Значит, внимательно слушайте мой голос и следите за шариком. Следите за шариком. Глазами. Следите за шариком. Вы расслабляетесь. Вы расслабляетесь. Ваши члены наливаются свинцовой тяжестью. Свинцовой тяжестью. И ваши веки закрываются. Веки закрываются. Веки закрываются. Веки закрываются. Вы можете меня что-то подсказать? Вы не помешаете? Ну глаза, веки, то одно и то, что сказать, закрыть ты не закрыла. Да он не говорит, закрой. Слушайте, давайте сначала, а? И про члены не надо. Какие члены? Да там и там. Откиньтесь на спинку стула. Расслабьтесь. Внимательно слушайте мой голос и следите за шариком. Вы расслабляетесь. Вы расслабляетесь. Ваше тело окунается в теплое море. Теплое море. И вы растворяетесь. Растворяетесь. И ваши глаза закрываются. Глаза закрываются. Глаза закрываются. И вы спите. Вы спите. Вы спите! Вы спите? Он спит. А он это... не притворяется? Это исключено. Он у меня хитрый. А алкаша хитрый. Это исключено. Как вас зовут? Фитупанла.
Звезда красивая. Кто? Спокойно. Кто такой? Спокойно. Что это вообще? Так, спокойно. Сядьте, спокойно. Все хорошо, спокойно. Футбольщик. Спокойно. Как вас зовут? Слушай, старичок, меня зовут Лев Лещик, знаете? Меня вообще... Мне муж, мне нужен. Мне не надо лезть. Мне муж не нужен. Сядьте. Там и старички, да, вы старички. Сядьте. Как вас зовут? Борис Семенович Бызов. Где вы находитесь? Дома я. Кем вы работаете? Токарь. Ваш? Что спрашиваете? Куда деньги вам? Борис! Да? Скажите, куда вы спрятали 10 тысяч рублей? Спрятал за бачком! В туалете! Чего? За бачком в туалете. Ягодица. Сел на костер по пьяному делу. Ясно, понятно. На костер. Ну ничего. Сейчас ты проснешься, и мы с тобой поговорим. Сейчас он нам все как на духу скажет. Давайте-ка спрашивайте у него. Что спрашиваешь? Что? А спрашивайте, а про платье-ка спросите у него. Какое платье? Зеленое платье. Он не поймет, какое платье. Да, он мне больше ничего не привозил. Спросите про зеленое платье. Вот за сколько он его купил? Борис. Да? Скажите, вы помните зеленое бархатное платье, которое вы привезли своей жене из Москвы? Помню. За какую сумму вы его приобрели? За 900 рублей. Откуда деньги-то, Тимур?
он куда деньги сделал? Спросите у него, куда он деньги делал? Может, он себе в Москве там проститутку какую заказывал, а? Спокойно. И мне право знать. Можно проститутку там себе какую заказывал? Спросите! Я спрошу, только сядьте, успокойтесь. Сядьте. Я спрошу. Борис. Да. Скажите, куда вы дели деньги, которые якобы проиграли, которые якобы потратили на платье? Проиграл! В наперстке! Ах, в наперстке? Да я ж тут мандура, как папа Карло. А ты лезешь в Москву в наперстке играть? Да сколько раз я тебе говорила, ну не связывайся ты с этим жильем, они же голову тебя откроют, ты баба твоя, голова по Москве, как по телеку показывают. Да они же у людей квартиры отбирают. Ну-ка, да. Если бы ты у меня квартиру отобрал, ты бы тебя вот этими руками придушил. Ты бы тебе деду с работы принесла, тебя траванула бы! Я могу уводить его? Нет! Не смей. Мы сейчас у него еще не все спросили. Ему идти надо, у меня на 7 часов еще один сеанс. Мне правда идти надо. А я заплачу. У меня вон деньги есть, смотрите. Сколько? 3. Раз, 2. Вот, 3. Вот, 2. Одну хватит. Ну что, остаетесь, а? Остаетесь. А знаете, как вот здорово придумали, объявляйте в газетку, а? А я всем своим бабам расскажу. Пусть они все своих мужиков спрашивают. Они же все козлы. Они же все поголовно вруны. Они про все утают. И про зарплату утают. Вы спросите у него про зарплату. Сколько он последний раз получил? Никогда не поверишь, что тебе так мало платили. Нет. Да как это нет-то? Что же, у нас за красивые глазки его поешь, что ли? Грибочком на него. У него же на лбу написано. Я не бабушка. Перестаньте, что вы такое говорите? Противно вас слушать даже. Противно меня слушать? То есть с психами вам общаться не противно, а со мной противно? Ну, Борис, тогда в свой институт или откуда вы там пришли, да? В медицинский? Давайте, доктор наук хренов. Противно вы меня слушать. Давайте, только сначала спросите, изменял он хоть раз или нет? Зачем? Я же говорю, на лбу написано. Я и папа. Вы меня оскорбили, я не буду ничего спрашивать. Да ладно, сядь. Вы мне только что здесь оскорбили. Да ладно, оскорби, чем какой у нас. Я сейчас колесо-то как возьму, а! Что вам от меня нужно? Спросите. И вы меня отпустите? Да. Борис! Да? Скажите, вы когда-нибудь изменяли своей жене? Да! Сколько раз? Один! Один. С кем? С крановщицей из нашего цеха! Борис, зачем вы это сделали? Да я пьяный был, ничего не соображал, а она и накинулась. Он пьяный был. Ничего не соображал. А она сама. Святую корчу. Святая. А вот давай под гипнозом проверим, какая ты святая. Под гипнозом мы проверим. Святая. Кид акцент.
Он уже ушел. Никуда он не ушел, дверь не хлопнула. А он культурный, дверями не хлопает. А ими сквозняки хлопают. Как его зовут? Не помню. Эй, вы! У вас там дверь заклинила, откройте, пожалуйста. Вам придется задержаться. Зачем? Надежда Петровна Вызова хочет, чтобы мы ее загипнотизировали. Хочет. Я не могу, у меня дома собака маленькая, клепочка, его выгуливать надо. Я не могу остаться, правда? На пол сходит твоя клепа! Да не уже ничего пузырит! Да не лопни ничего у меня! А ну иди сюда! Ты куда его прешь, да? А вы что с ним пришли? Вы вроде уходить собирались. У вас там дверь заела. А ничего у вас больше не заело. Идите, давайте, товарищи. Никуда мы не пойдем. Как ты не пойдете, пойдете. Никуда мы не пойдем, пока он тебя не прогипнотизирует. Так он что мне сделал? Не прогипнотизирует. Уходит. И ты давай вместе с ним. Слушай, ты вообще здесь не прописан. Ты на декабристов прописан. Вот и давай войны своих декабристов. Иди давай отсюда. Перестань! А ну все! Сама уже! Да ты меня убил! Да ты меня убил! Да ты хотел! Все уже, что ли? Я не знаю, у меня так быстро еще не получалось. А как узнать? Отпустите ее. А если она того не спит? Тогда она мне завидует. Что мне так ее? До Нового года держать, мне завтра на работу надо. Отпускайте. А если нет, что тогда? Побежим. Куда дверь заперта? В окно. Четвертый этаж. Да под пятый, отпускайте. Спит, кажись. Ага. Может проверить? Как? Иголкой. Эта иголка это не гуман, она же человек. Ну тогда можно пощекотать? Пощекотите. Вот вы щекотите. Нет, да не буду. Я вам разрешаю, щекотите. Потому что я не умею женщин щекотать. Может, сперва по маленькой? Я не пью. Для храбрости. Давайте. А ты? За что пьем? За то, чтобы эта гангрена спала. Прекрасный тост. Зачем вы постоянно все врете? Она не врала, святая она!
это еще доказать надо. А вот давайте докажем, зайдите, вступайте в контакт и поглядим, какие вы святые. Видели, я докажу, что вы потеряли. Что? Что вы несете? От пылесоса вас спасал. Да, от пылесоса как же, знаем мы вас, психиатров. Пошляк, вот я сейчас докажу вам, что я сожжу, да ничего не было. А тут святые тут собрались, один я грешный. Так ты все равно мне беспечнее. Все, молчу. Как вас зовут? Надежда Петровна Бузова. Вышла? Вышла. Ну, цирк, а? Или цирка, наука, голубчик. Все равно забавно. Спрашивай! Надежда Петровна, вы слышите меня? Слышу, не глухая. Вот у нее характер даже под гипнозом, если я неординарно. Да она еще так конкретно сидела бы, всех вас прижала и выкабинивается. Курченко, мляха-муха. Платье вещи слуба, когда разбрасываются фотомодель хренова. Надежда Петровна, вы здесь? Нет, блин, в магазин пошла. Здесь, конечно. Надежда Петровна, скажите, что у вас было с тем мужем, что с тем мужчиной, что гипнотизировал вашего мужа? С тем очкариком, что ли? Да ничего, чуть пылесосом ему не пришли. А, ясно вам? Ясно, мужик. Удивительный человек, она даже... Я впервые плохо контролирую этот сеанс. Я сколько лет не контролирую этот сеанс, а все с ней живу, а живу потому, что люблю ее. Она же молодость, какая девка была, о, все торчком, коса до пупа, тайля какой-то и... Монро, попка глобуса, на каблучках. А я кто, стройбатня? Не пошла бы за стройбата, как узнала, что из Кремля, так сразу пошла. Первая у нее. Что, не веришь? Верю. Вижу, что не веришь, рожа какая хитрая. Сказал, что верю, что пристали. А ты клянись! Не буду оклясать, это все предрассудки. А, вот тот, то верю, не верю. Кончай, мужика, раз не веришь, сам спроси. Я спрошу. Надежда Петровна, да. Скажите, Борис, аж первый мужчина? Вот он. Нет, конечно. А это на образ. Там был прохвост один, который обманул. Спросите, какой по счету. Ну, по-другому как-то. Надежда Петровна. Да. Скажите, сколько всего мужчин у вас было? О, это грамотно. 21. Чего? Сколько? Два, но она считает, что один. Нет, она не так сказала. Нет, она так сказала. Так, не запутывайте меня, спрашивайте еще раз. Не буду. Почему? А нельзя один и тот же вопрос должен задавать. Хорошо, так, спросите, каким по счету был заим, там заранее. Я тоже это уже спрашивал. И что она сказала? Вот сказала два, ну три сказала, да, с двумя она просто дожила, один спасибо. Так спросите еще раз! Не буду. Ты че, мужик, совсем нет за дурака, что ли, держишь, а? Спрашивай! Не буду. Ты че, успокойся! Спокойствуй ее, давай! Больно! Конечно, больно, столько вызов связался, если тебе попало! Мы тебе сейчас руку сломаем! Еще и ногу сломаем! Будешь знать, спрашивай! Что спрашивай? Кто мужиков был? Я не знаю, сколько мужиков, кого у нее спроси! У кого у нее? У нее, у нее, у нее! Да, я спрошу, Надежда Петровна! Надежда Петровна! Да? Сколько мужчин у вас было до мужа? До какого? Как до какого? До вашего? Ну, до первого, до второго. А как это? Что это надо? Может, она опять в эту подпорку ушла? Может, Монро стала? Может. А как узнать? Я спросить могу. Кого? Ее. Так, спрашивай. Надежда Петровна, вы слышите меня? Вот люди, а! Прилипнут, как банный лист.
мужей двое. Кто второй? Надежда Петровна. Да? Кто ваш второй муж? Кто-кто? Ольга Бызов. А кто первый? Ага, Лёшка Славин. Был там один. Тоже бил хорошо. Мы с ним 3 месяца провстречались, потом он ухайдакался с бутыльника. Ну и я поплату фамилию на девичью. И паспорт поменяла. А мой так и не догадывается. Участника убийства. Нормально, хорошо. Это все в первый же день, а? Индивидуальный предприниматель. Нормально же, была зарплата в институте. Чего я вот готов? О, слава богу, все закончилось. Нормально. Сейчас домой поеду, да. Дома у меня клепочка. Если погуляю, чаю покрепче выпью, ноги в таз горячей водой. И спать. И спать. Они тоже проспятся, потом сами проснутся, разберутся, сами. Я домой, я домой. Выпустил дядю. Что я делаю? Это же я во всем виноват, это же из-за меня они теперь. Это же я разворошил осиное гнездо. А что? Нет, я... Я должен все исправить. А как? Как? Я не Господь Бог, как? Нет, я не Господь Бог, но я могу попробовать. Я могу попробовать. Так, Борис, вы слышите меня? Да. Надежда Петровна, вы здесь? Да. Отлично, значит, слушайте меня. Нет! Я прошу вас забыть весь сегодняшний день. Я прошу вас забыть меня. Я прошу вас забыть все то подлое и мерзкое, что вы когда-либо говорили друг другу. Я прошу вас не называть друг друга больше презрительными именами и прозвищами. Это же так противно. Я прошу вас быть добрее друг другу. Я прошу вас больше не изменять друг другу. А вас, Надя? А тебя, Надя? Я прошу говорить потише, и желательно поменьше. Ведь слова — это не единственная форма выражения чувств. А ты, Борис, бросай пить, если получится. Я не знаю, займись спортом, лыжами, например. В общем, живите интереснее. Да, живите интереснее. Просто живите интереснее.
Самое главное, любите друг друга, как когда-то давно в детстве вы мечтали любить будущего спутника своей жизни. Ведь жизнь дается нам один раз, и ужасно глупо тратить ее на ложь и ненависть. Просто любите друг друга и будьте счастливы. А я надеюсь, что все у вас получится. Любите друг друга, ведь жизнь дается нам один раз, и ужасно глупо тратить ее на ложь и ненависть. Просто любите друг друга и будьте счастливы. Я надеюсь, что все у вас получится. Просто любите друг друга и будьте счастливы. Ведь жизнь сдается нам один раз, и ужасно глупо тратить ее на ложь и ненависть. Любите друг друга.